Два, три. Input, видео, аудио. Input. Опа. Вот это вот. Это наш. Короче, пофиг. Да не в пульке. С нами нет. Да я не пойму, что тут делать. Юто Сик, это кто? Танец. Да подожди. Там нажимаешь на точку и все, высаживаешься. Да нажал, у меня зависло все. Блин, на велике решил поехать. Так, да ну нахер. Она, смотри, вон она. У меня игра зависла. Увидел? Чего? Да вон она, танами написано. Да у меня игра зависла. Дави! О, все, отвисло. Все, мы уже уехали, пешком. Это вы тут? Да. На тачку садись. Выпадай на водил. А как мне садиться? На Е. Подходишь, на Е нужно? Ну, подошла, все. Вита третий. Ага, ты понял, а тут нельзя этот. В кабине можно Вита третьего, а тут нет. А кто это на велике? Леха, мы едем или нет? Да, да, ща я видео настраиваю. Не, мы, по-моему, стоим. Такие все листы. Хай, ставим вот так вот. Вообще-то громко что-то. Да, ты со звуком надо. Блин, а там обе точки захвачены, что мы туда едем. Ну ладно. Не аудио, надо еще аудио чуть-чуть убрать. А кто за рулем? Я. Видишь, по дороге едет, значит я. Погоны такие. У нас в пирожке вообще идет человек 15. Боже, Дина, что у тебя с лицом? А у тебя что? Такие сидят. Ой, блин. Ой, я знаю, на кого Таня. Таня на Ройке-то похожа. Ройке, ты ли это? Что ты тут забыл? А чё ножками нельзя подрывать? Я хочу ножками. Сейчас, погоди, мы сейчас высаживаемся, там много. А я не высаживаюсь. За вождение мне дали медаль. Всё, выходите, выходите, там народ. А как выходить? На Е. Где стрельба? Подожди, воу, почему нас убивают, а мы никого не видим? Ой, всё. Короче, на вас бани. Воу, первый хедшот. Отлично, меня снесли. Все, парень приехал в поле. Все, потому что, короче, ты не умеешь водить. Сейчас я поведу тебя. Так, гол на Б, короче, забей. На велике садитесь и на Б подгоните. Погнали. Маруся. Мой. Подожди меня, тогда я сяду. На багажник? Да. Блин, урод. Кто-то уже усел. Уйди. Меня убили. Нас уже давно убили. Ладно, погнали, я пешком пойду. Там вообще нормально. Там мост сломан. Да как? Ну, умри тогда, скотина. Ты смотри. Я нырнул с велосипедом, это нормально? Это вы тут? Там же ники написаны над головами. Да мне плохо видно. Ой, я велик сломал. Все, ладно, пошли без велика. А есть автомат? Ты меня убили в голову. Там справа кто-то. Так как на велик? Так же на велик. Тут ехать. Я прошу, где-то беги. Опс. А че они ждут в голову? Нормальный чувак ко мне сел. Вези тут... его, чё. Иди. А где все враги? Где радар? Какой радар? Глазами смотри, радар. Какой нахрен глазами? Я вижу, что у меня кто-то засыпает с автомата. Я не умею на велике ездить. Вообще такое управление. Всё? Добегался? Так а что за читерство? У него автомат или винтовка? Винтовка двухходка. Да? Я на бой сижу. А где наша эта полторашка, или как ты это назвал? Пол-литра. Ой, а как он с велика слазит, прикольно. Ой, а как прикольно, когда эскейп нажимаешь. Ага, менюшка в области. Так, надо это, я понял, тут, короче, эта фигня не проканает. Да ладно, ладно, сяду, все. Ну, ну там, блин. Я, короче, не помню, что я ставил с этим. Чтобы оно хотя бы более... О, карта. Есть карта? Мобила? Да, на М нажми.
А клоун, нифига, планшет, смотри, реально. Да, планшет военный. А где враги на нем охранять? Ячить, колотить, я бросил гранату прям. И умер. Я своих троих убил! Голотушка, пошла! Ооо! Козырной хэдшот. Сейчас еще одного выложу. Ну давай, я уже вижу тебя, сволочь. А, это наш. Это русский Ваня. Я его чуть не убил. Я, говорит, уже вижу его. А как тут понять, где, что, когда? На Б. Да Б уже захватили, надо на С ехать. Поехали. И там А отбирает, ну лучше на С, давай. Крашить, короче. Я в лесах, я партизан. Ну да я тоже, только на велике. Когда война закончится, я выйду. А так партизаны делают. Ух, в лицу просто. Тихо, тихо, ты что там разошел? Тише. Это вы тут рядом? Да какой долгий пер... Ох, Вася, трипл хил. Я отжал велик у фрицов, поехали. У меня так стрим то лагает. О, карту увеличили. Сейчас я тебя подзаберу, Лё. Что у тебя лагает? Там стреляют по мне, вон в кустах сидит. Я велик у фрицов отжал, а ты не говоришь, что по тебе стреляют. Где он? Уйди, а тут я бомбу кину. Ой, нет, не туда кинул. Ого, нифига, он взлетел. Да, ты видел, как трупы летают? Ой, я вас вижу. Эй, опять по мне стреляют. Ну что за сволочь? А, танк или что тут, машинка. О, тут лечь можно? Вау. Как? И этот, Z наш. Z, я уже понял. Опа, убили меня. Он там в кустах прям напротив сидит. Вот падла, его не видно нихрена. Я Дениса вижу. Да я вообще никого не вижу. А, вода? Что? Вода такая мыльненькая. Ужас просто. Я плыву. Фу, такой... Почему у них автоматы, блин? Дайте мне автомат. Да ты... На первом левеле можно будет купить автомат. На первом левеле? Нет, ты на любом левеле. Нет, такого левела. Есть. Здесь есть. Ладно, мы все равно выиграем. Тут, короче, управление похоже на H1Z1. Тут управление похоже на любой шутер вообще. Ну да. Лёха, я выехал, я уже... Ну я же не играю в шутеры. С моста опять сшибану. Давай, я вот здесь. Ну что ты, Васенька, разобрался? О, все. Он тут... А, сесть-то. Я вижу. Погнали, за деревом спрятался. А, стой, лол, это не тормози. Назад. Лёха, поехали, Лёха. Мне... Куда, куда? Да, а поехали. Куда поедем? А сейчас покажу. Сейчас покажу. Слышь, чувак, уйди. Сейчас нас обоих снимут. Ты врага. Объезжаем под лица. Чё, куда едем-то? На какую под точку? Под лицу, всё к лицу. А тут есть край? Не, всё, приплыли. Знаешь, чё? Чё? Для этой игры надо практика. А если хэдшот тебе поставить, что? Ничего не будет. Я тебе поставил. Чё? Ты стреляешь по нам, да? Не. Блин. Вон, на том берегу, вон он спрыгнул. Кто меня убил-то, блин? Там еще один на берегу наверху стоит. Один в этой... В воде. Давай, пока, спокойной ночи. Раз на раз. О, ну мы выиграли. Что это было? Мы выиграли. Ты говорил, что... А где тут высаживаться? На А. Один. Нихера, какая огромная карта, обалдеть. Угу. Мы будем полчаса идти, потом умирать за секунду, да? А вы где? А это, походу, нам всю линию фронта пнить надо, или что пройти? О, Денис. Ой, красивый, все, коробочку тебе поставлю. А у меня что-то управление заглючило, я иду почему-то на лево. Да, конечно. Че за бред? Ого, ты... Че такое? Что происходит? Отлипло, пойдем. Ты что, конфету уронил на клавиатуру? О, глянь, полторашка. Или... Где? А что это такое? Не, все, я выехал. Ладно, погнали. Погнали. Для пополнения? О, тут и колокольчики есть. Ну да. Погнали. Танюха, он еще велосипед. Где, дайте я. Нет. Ты везде, Танюха? Отпусти меня. Там, иди сюда. Все, погнали. Все, выехали. Сейчас смотри, я так приустану, мы вообще помчимся. Как ты звенишь-то? Левая кнопка. Ой, хочешь, чтоб я сейчас
На войну поехали! Ты чё, Петрюха, звенишь? Ты чем звенишь? Яйцами, блин. Ого. Почему тебе, кстати, женского персонажа не дали? Ну за карту вообще, я не понимаю, куда нам ехать. Как, да, как, нет. Как а где вражина? Стой, может нам на А2? О, поехали на А2. А, о, можно... Как, о, вид сменить. Блин, как тут вид сменить? Зачем? Да не видно нифига, я только Дениса рюкзак вижу. Так а что тебе смотреть-то? Ты же за рулем. Ты сальтуху только что вывернула, когда съезд. Вот смотри, Лёха, ну остановись. Смотри. Танюха, слазь, слазь. Ты видел эту жесткость? Ой, я потом на записи посмотрю, что сохранится. Погнали, помчались. Сколько у нас человек? Почему у нас меньше, чем немцев? Почему у нас трое? А, не, нас много, лол. Много. Пятеро. Смотри, они на бобике примчались. А, это америкосы, стой. Америкосы, я не помню. Я уже в засаде. Все, стой. О, все. Кто стреляет, где? Да, они за бочками сидят. Меня убили, меня убили. Да ладно, Танюку убили. Ай, меня фраер тоже снимает. Все. А у него Томпсон, он читер. Ни хрена. Я тебя говорю, он нормально хэдшоты ставит. А че у нас нету машины? Блин, а я думал, ты не будешь стримить опять. Стой! У нас даже велосипед камуфляжного цвета. Ты военный же. Это вы? Подождите. Там вот велик слева стоит. Да не хочу ему так управлять сложно. Ладно, я пешком пойду. Давай, Лёхе, на заднее сиденье. Смотри, джипец отспавнился. Давайте запрыгиваем, запрыгиваем к нему. Все, погнали, наш. Я припарковал велик у него рядом. ГАЗ 76. Стоять. Ой, 70. Ты посмотри, как Таня сидит, она тоже есть ее мысли. Я не вижу, как твит сменить. Никак. Блин, это хреново. Интересно, если сейчас это? Ты выйдешь, ты тоже так же, когда я версаль духу выйдет. Ну давай. Нет, я. Ты че, ты умрешь? Ты умерла, блин, ну что ты делаешь? Вон он стреляет. Отлично, меня убили. Блин, как он покатился. Нет, ну такой мерзкий, это забей просто. А, нас с пулемета расстреляли. У них машина с пулемета. Нам надо их обойти как-то. Чем? Сейчас, смотри, велосипед называется. Есть стратегия тихий убийца. Бзинь-бзинь-бзинь. Погнали. За мной, в бой. О, машина опять заспавнилась, слышишь? Да фигня. Может на дальнюю точку поедем сразу? Тут, походу, поочередно надо их захватывать. А1, А2 и... Начнем с дальней. Эй, уже стреляют! Назад, они... разворачиваемся, уезжаем! Разворачиваемся, котки! Всё, мне обошло. Он с харки с этой стреляет, он читерная крыса! Откуда, где? Вот этот домик тот, что стоит, понял? Пипец, ладно, я понял, да, давай. Осторожки, короче. Форталич, а ты откуда, как ты качаешь? Ты через браузер или через... Или через Steam? Мне не нравится эта карта, вообще не рада. Сейчас мы его жахнем с нашего дома. Ого! Фига что? Себе! Хэта поставили. Не, на F можно свистеть. Вы свистеть умеете? Нет. Охренеть! На F нажми. Воу, мимо меня сейчас пролетела такая. Идите сюда, подождите сюда. Какой идите, мы там убиваем чувака. Слышь, Денис, можно через дом стрелять. Я в курсе, это ты через дом стрелял? Слышит народный свист, да? Какой-то выключатель. А чё свист? Я не вижу там никого. А стекло я вижу. Можно бить? Кусты, смотри, кусты. Вау, вы это видели? Только вот сейчас скажи, что ты его не видишь еще. Не, он там помечает, вон он сидит. Нет, их там двое. Меня подстрелили. Короче, начинаю кемпирить. Тут есть СВД? Тут да. Или КСВК, или хотя бы Баллет. Я сдаюсь. Был бы у деда у наших в то время Баррет,
Блин, откуда меня опять убили? Вот это жесть, блин, они, короче, засели со всех сторон. Такие имперы? Вон, пойдем на С1. А, наши С1 захватили каким-то образом. Да что ж я свистю-то, а? А этим на эту нажимаешь? Народный свистом. А он еще пальцы в рот засовывает, чтобы свистеть. Ты не фухры-мухры? Нет. Да. У меня не засовывает ничего. Ну ты ж не видишь. Вон едет на тачке. Видишь машину? Да. Я чувака вижу. Где? Вон там, в засаде. Возможно, это мы с Лёхой? Не-не-не, красный значок. Где? Как раз возле буквы А. Смотри, сейчас тарандайка будет выскакивать. Наша, берем ее. Нет. Шутя за оружие. Че такое? Вон-вон, бежит по холму. Вон он, там. Еще один. Вот, я вижу. Стреляй. Я не попаду. Господи. А, баллистики нету, я понял. Здесь нет баллистики, я не говорю, она прилетит туда, куда ты. Вон он, подпрыгивает под мной. Танюхи видел, откуда стреляют? Mm-hmm. Я буду как приманка. Да-да-да. А давайте так и сделаем. Да почему, да. Блин? Короче, я не крыса. Поехали. Надо обучение пройти здесь. Мы же советские солдаты, Лёха, ё-моё. Блин, я два раза в него попал. Вот тут чувак был близко. А не слайс. Советы не сдаются. Мясо? Вот как раз он возле вас. Дай им просраться. Вот тут есть киллкэм, блин? Шикс, я добрался до своего изготовочного пункта. И Лёха, я, говорит, не крыса. По мне палят вообще жесть просто. Откуда? Так, капец, они со всех сторон стреляют. Там стрельба как там, в три может быть. Нет, в три это чат, не надо. Он так дышит, просто жесть. Как там ложиться? Прибежала. О, тут можно лёжа поползти. Ну да, только как-то он упирается постоянно в невидимой текстуре. Ага. Вон парень бежит. Блин, не высовывайся. Кто ты? Я ползу. Да ну чё за бред, я же... Просто жесть. А, там еще один. Ты их видишь, да? Нет, я еще не дополз, я пока кто вижу. Кто меня стреляет, блин? Тот же, кто и в меня стреляет. Все, меня убили. А, я вижу вражин. Ай, все, короче. Эй, ну крыса! Они уже у нас на то. Лёха, холм не дерево. Стоит прямо перед нашим холмом. Да меня убили уже. Чуть дальше будочки этой. Да, я понял. Там их двое прыгают. Да. Бабах, меня с танка жахнули. Все. Уже по нашим домам прям. Веселая игра начинается. Прикольно. Так, я, короче, в обход на... Занять гражданский велосипед. Я, короче, хочу... Слушай, а прикольная игрушка? Да? Да. Сейчас только я велосипед возьму. Эй, ну хватит, ну что за прикол, ну какой ты? А все. А ты видел, где он стреляет? Я вижу, где он стреляет. А он сзади нашего респаста. Да ладно. Подожди. Можно тут карту смотреть? Не, не сильно. Конченая паскуда. Что делает их там на нашей базе? Ой, он дом подрывает. Ну. На тебе. Или нельзя там взорвать гранатами? Не, осколочными нельзя. А чем можно было? Руками его расковырять. Скотина, я тебя... Да там же грёбаное дерево, отлично. А синенькие это чьи? О, синенькие это наши, да? А желтенькие это типа друзья. Желтенькие нет, это отряд. Е-е, на пятерочку.
Битва просто на пятерку. А, мы уже потные, что ли? Да.